Всем доброе утро. Время у нас 04:46. Едем с Витулей на рыбалку на псел. Карася будем бомбить, если получится. Добрались. Есть место хорошее. Красота, волны нету, ветра нету, тишина. Погода на сегодня хорошая стояла, солнышко. Всем доброе утро. Вита уже, главное подсак, да, Вита? Все, будем разлаживаться, закидываться, прикармливаться и ловить, а может и не ловить. Все, готово у нас. Рыбалка началась, да, Вита? Угу. Погодка, конечно, сегодня, да? Пока хорошая. Пока хорошая, да. Стоял ветер. Прикормочка, слива, шоколад, Витый опарыш на крючочек, а себе опарыш с червячком. Посмотрим, на что будет клевать, да? Мышь когда? На опарыш клевала здесь, да? Червяк что-то не пошел. Ну посмотрим, может поменялось что. Потихоньку там съезжаются. Ну правильно, сегодня будний день, да, все по работе. Зубы, да, у меня. Посмотрим, что оно с утра дзёбает. Синец, бач, синец есть один, начало. Что-то у меня дзёбает, да? Что-то есть. Карасик. О. Карасевич. Нормальненький, да? Угу. Что-то и Витуля. А ну вытягивай. Карасевича. Карасяку, барбосяку. Подергала, подергала. И успокоилась. Ха. Наверное, сидит ни на чем там какая-то.
сейчас думаю, сидит мне. Не знаешь. Да выйдем. Посмотрим. Может что-то и сидит. Вроде как и сидит. Да. Ты видишь? О. Густера, да? Густерочка на тараночку. Ты видела какую? Да. Ну а есть что-то? Нет. Ничего. Да. А какая, да, поклевка была? Ага. Ничего нет. И ничего нету. Ага. Вот так дернула, как было. Ну ничего, еще придет время. Пока затишье у нас с рыбалочкой, перекусили с Витулей по пирожочку с вишенкой и чаек, лимончик с мятой. Кофе не брали, чаек взяли. Спасибо всем за комментарии, пишите, что мне приятно читать. Есть такие комментарии, что и не очень приятно читать. Мы на них внимания не обращаем. Да, мы внимания не обращаем на них. Пусть люди пишут, может им легче от этого станет. Так что, а вот там, кто смотрит, дома, квартиры в Лутовиновке, у меня там была квартира выставлена, ну, показывал я. За нее просили 10 тысяч долларов. Сейчас они уже скинули до 8 тысяч. Так что, кого заинтересует, найдете видео, это посмотрите. Трехкомнатная квартира, да. Село Лутовиновка, Кременчугский район. Так что смотрите, может кому-то и пригодится эта квартира. Ветерок чуть поднялся. Что-то у тебя, да, Вита? Угу. Рыб клюнула, так клюнула, да? Ага. А тут трусит, дзёбает. Не вытерпела ты, да? О, молодчинка. Нет, густера. Угу. Густерочка. А я добавил в прикормку конопли только что. Вот сработало чуть-чуть, да? Угу. Ничего, нормальная такая. Пойдет. Конопля работает, да? Сейчас посмотрим, что у меня сработало, у тебя. Да и у меня вроде что-то есть. Сейчас посмотрим. У тебя что-то такое, дитё. Отпускай его. Чаё. Ой. Соплячок маленький он. Скажи мамке с папкой, что мы тут. Хорошо клюнула, да?
Цак? Там, я не знаю, так упирается. Сейчас посмотрим. Ой-ой-ой, подожди, видно. Подожди, подожди. Да и не то слово, ля, лящака. Подлещичек, да. Красавчик какой. Да тихо, успокойся ты. Красавела, вот это да. Вот что конопля с рыбой делает, да? Лайк тебе. Идем, идем. Надо и мне такого вытащить, как ты. Подлещичка. Что-то дзёбало, да? Да что-то сидит. Сейчас посмотри. Ну, вытаскивай. Угу. Сидит? Да. Если не сошло. Что-то есть, да? Плотвичка. Плотвичечка. Ты догоняешь меня помаленьку, да? Угу. Даже и перегнала. У тебя большая. Это самое. Подлещик большой. Выгнала меня. Сидел на Витон, фидер ловил. Начала клевать. Говорит, текай, я знаю, как со своей удочкой работать. Пришлось уходить, а что? Подожди, я подсак возьму, Вита. Подожди, подожди. Синец. Хорошенький. Ты сегодня по крупнякам, да? Молодчага. Что там, Витя? Не знаю. Что-то есть. Ну, давай я подсак. Опа. Ты будешь рыбу ловить? Ну так я ж пока тебе наживлял, ты ловишь. Мы ж меняемся с тобой. Плотвичечка, да? Хорошенькая. Ну тебе зачет опять. Пришло время и нам перекусить. То рыба кушает, и мы хотим кушать. Тормозочек Вита навернула. Сало у нас обязательно. Без сала на рыбалку не выезжаем. Приятного аппетита всем. Вита раздевается, тепленько уже. Солнышко греет хорошо. А когда-то мы поехали, ну тоже дня сколько? 3-4 назад, да? Уже 5. Да, видео не стал я снимать, но сидим же, словим тоже. Там где-то искупался, когда прыгнул в воду. Нет, тут другое видео. Когда вот на мопеде. А-а-а. Мы сидим же, шлоем. Подвижу, слышим. Бур-бур-бур-бур. Приехал какой-то на мопеде мужичок. Придется вам вставать. Я говорю, а что так? Это мое место, говорит. Я говорю, а где тут написано, чешуга, твое место? Я тут все убирал, я тут вырубал, я тут это. Я говорю, ну если каждый так будет весь берег вырубывать, занимать места там какие-то, свои делать. Вот вставайте и уходите. Я говорю, ну подождешь, пока мы, говорю, отловимся еще чуть-чуть.
Ну, в принципе, мы уже и собирались, да, Витя? Мы уже и хотели так через полчасика где-то уезжать. Ну, думаем, ладно, чтобы дедуля не психовал. Уступили ему уступили место. Место, ага. Это рядом сколько было, да? Да, и рядом местов там еще было полно. Вот я тут и все. Ну, ладно, говорим. Уважим дедушку, чтобы не нервничал, поберег нервы свои. Все, вот собрались, уехали. Так что вот так вот бывает. Разложились, как на базаре, по всему месту своему. Сидели и спрятали тенек, а на солнышке жарко уже. У Вити проклюнула, побежала. Сколько ж ты так выждешь? А я тоже сомбреро натянул, поля накрутил, как ковбой, да? Зебает, зебает. Ты видишь, что зима ничего. Мелочевка трусит, да? Ага. Постоянно ничего нет, да? Все обдуло. Нервы нам делает. Мне нравится, как карась, да? Ой, вообще, вот, как у тебя. Что дурное? Тоже что-то обделывают, наверное. То к тебе, то ко мне. То к тебе, то ко мне. Значит, кто-то из нас должен достать сейчас. Трусит, трусит, никак не натрусит. Я пока Витину наживлять, она на мою. Есть, да? Что-то не пойму. Ушло. Нет, не, есть. Мелочевка. Ага. Детский садик проклевывает. О, видишь, на мою такие проклевывают частенько, да? Ага. Густерочка, мы ее сейчас отпустим. Мы ее сейчас отпустим. Вот такая малышня. Поплыла к мамке с папкой и к дедушке с бабушкой. Приехали домой, Светуля, уже все. Нарыбачились, нагрелись, назагорались. Да и клёва уже там почти не было. Вот то, как маленьких, я доставал вот такие проклёвывают, что отпускали их. Так что мы решили свернуться. Вот такой уловчик у нас. Все засолим. Думали, если карасиков будет больше, можно было бы пожарить. А так на засолочку все. Будем солить. Все. С вами надолго не прощаемся. До новых встреч. Всем мира, добра. Пока-пока. Скоро увидимся. Не переключайтесь.